Arizanın onları ne etmiş? Patron kesip kovurur. Yürüyüş gerekmez mi yani? Yürüyüş var mı sana ne? Ne gereksin hani? Uzbekistan'ın ofisyalli prezidentisiz. Bunlar ne diyor? Ben o pasolstayı pop kilo yanına verdik. Kutu getirip pop kilardı. Yok hiç kimse gereymez bize. Gereymez bize. Uzbekistan pasolstası gelip gereymez bize. Şu an şu. O şey o Rus Valentin'e. Valentin'in de gereysin. Uzbekistan pasolstası gelip gereymez bize. Hiç kimse gereymez bize. Kanka ne çıkarttı? Buradan buraya yaptı. Hiç kim sonra geldi. Ben hazır obar bronzayı tık koyuyorum da fayda yok ne? Bu şey şu tarafta tık koyuyor değil mi? Artyom! 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 Что? Без этой... Ну, давай так. Я задолбаюсь. Можешь позвонить? Закройте. Тачку. С паспортами... Я понимаю. Значит, что они хотят сделать? Они хотят использовать любое ваше действие для того, чтобы вас избить и посадить в тюрьму. Я хочу, чтобы этого с вами не произошло. Поэтому я максимально стараюсь утишить страсти. Там ругаюсь с ними, здесь вас успокаиваю. Понимаете? Вот они не должны. А они сюда для чего привезли с дубинки? Думаете, эти дубинки они привезли для того, чтобы хвастаться, какие у них дубинки есть, правда? Вот в том-то и дело. Они пытаются, изо всех сил пытаются спровоцировать вас, чтобы вас избить. Для того, чтобы на вас потом поспорить деньги. Ну, это хочется. Смотрю, что на учете не состою, заполнил за нее, да. На учете не состою, паспорт у кого не знаю, короче. Я говорю, ты че, где этот мелкий? Я его оторвал, он вообще что ли? Вот я, ну, что его, 18-8, что ли, сразу? Ага. Так что это... Ладно, если вдруг потом, сегодня, когда-нибудь, через месяц, через год, где-нибудь, что-нибудь вам говорят, покой, дорогие, подписывайтесь. Узбечесы, шумадан, разберешься, шумадан, любой протокол, не он все. Покой, дорогие, всем, шумадан, разберешься. Ну, ахмаков, это пизда, бро? Я так понимаю, баланки ничего не решаются. Өзі кәсәлі ол, ағымы қып отырды, елді келі әңіз. Қарқат
это без паспорта. Ну это с паспорта. Я ему уже задал вопрос, что ты будешь ему предъявлять? Куда они сейчас пойдут? Ну ладно, 19.3 оформят и отпустят, я так понимаю. Нет, посадят на 15. Не жди, если не повиновение, 19.3. А, нет, ну если... Ну да. Они же пытаются спровоцировать изо всех сил. А кто вы, юноша прекрасный, скажите? Император. Вами... Кто вы, день общаемся? Я не знаю, вы кто. Ваш? Оруженосец. Современный. В смысле сейчас. Фильмы одного дам телепка. Ну, я так понимаю, никто не собирается приехать. Где? Yeah. Ребят, тихо можете пообщаться? Тихо. Mm-hmm. Тихо. Я вам сейчас расскажу. Айо! Фирмадан ойяттан когда в классе хочешь материться. В классе очень хочешь материться, когда начинаешь, и тут тишина. У тебя прекрасно слышно. Тихо, надо послушать. Представительница там говорит, пусть идут в общагу, типа давайте уже решать вопрос, все в этом духе. Ну, понятно, чего она хочет добиться. Всех заперли в общежитии. Это все, что она хочет. Ну, и потому что если они зайдут, то закроют, то как бы все на этом. Да. Логично. Да, блин. Ага. Я уж штатив убрал. Лень.